такая вот проблемка под одеялом. Ты что туда залез? Ну спи, спи. Он на мамочкиной половиночке. Все, пусть спит. Кира, Кир. Ну он сейчас убежит. Он разлегся уже там. Так, а я сейчас, короче, вымыла все свои кисточки специальными, теперь они у меня чистые. Поставила их на солнышке, пусть отдыхают, высыхают. Привет, привет, Зайка. Что ты делаешь? Отмываю фломастеры. Давай, отмывай быстрее. И, да, ванна, конечно, очень ужасно сейчас выглядит. Я сейчас тут все, наверное, ванную все помою. Потому что, да, конечно, тут капец. Блин, полотенце. Будем убирать. Чем ты тут занимаешься? Я? Слушаю музыку. Где твой айфон? В комнате. Вот это? Комната. Вот это? А да, ребята, что-то неладное произошло. Но уже давно ладно. Забудем об этом. Короче, мы сегодня с Андреем поубирали. Ну как с Андреем поубирали? Да? Ира поубирала сегодня? Короче, поубирали мы сегодня с Андреем. Смотрите, какая у нас теперь чистота дома. Все поубирали, у меня потихоньку начинает распускаться сирень. Очень-очень вкусно пахнет. И что-то еще сказать хотела? Что я хотела сказать? А, и ванну чистили. И сейчас собираемся ехать с Андреем в метро. Покупать, потому что мы будем уже покупать продукты, в принципе, ну как мясо будем покупать ко дню рождения Андрея, и у нас кучу моющих средств нужно докупить, и личных средств, и, короче, разной еды вкусненькой докупить, и все. Так что, да, вот такие вот у нас дела, вот такие вот у нас планы, так что будем сейчас уже ехать. Осталось только собраться. А Андрей уже смонтировал свое видео, да? Нет еще. Оно выйдет сегодня? Не знаю. Короче, видео выйдет сегодня на канале Андрея. Я оставлю ссылочку в описании, прям даже на то видео. Да? Нет. Да. Потому что Андрей монтирует 5 дней. Если он говорит сейчас нет... Ребята, да, Андрей монтирует уже на протяжении 5 дней. С 30 минут получилось сколько минут видео? 3:45. Так что, если он сегодня... не выгрузит это видео пятидневного монтажа, то он вообще гамнюлька. Так что оставлю ссылочку в описании, все, буду собираться и будем ехать. Да, ребят, как вы поняли, мы съездили в метро. Немножко закупились. Прям совсем капелька. Вон он стоит на парковке, видишь? Будем ехать домой. Ну что, ребят, мы приехали, и как традиция уже, наверное, я так понимаю, будем делать распаковочку всего, чего мы купили. Так, первое, самое важное, это туалетная бумага. Без туалетной бумаги просто никуда. Также мы поняли, что нам выгоднее взять большую 5-литровую бутыляку подсолнечного масла, нежели нам покупать отдельные маленькие бутылочки, потому что, ну, не маленькие, а обычные литровые, но как-то нам надо было купить срочно подсолнечное масло, и оставалась только такая маленькая бутылочка, и мне показалось очень удобно наливать сюда масло, вот. Поэтому мы взяли такую большую бутылку, с которой будем наливать в маленькую. Также мы взяли вот такие стаканчики. Зачем? Для рассады. Потом вы увидите все. Здоровенный кусок мяса, которого нам хватит буквально на 2 месяца. Так. Огурцы для салата.
бутылочку шампанского. Но потом я по-другому придумала только что применение этой бутылочки шампанского. Ну, потом расскажу, потом узнаете. Да, вот бутылочка шампанского. Такие вот, короче, крылышки. Крылышки? Крылышки. Куриные две упаковки. Перчик. Колбаски. 2-3 килограмма. 300, если быть точными. И целый пакет у нас уходит. Здесь только чек. Вот. Так, купили вот этот вот соус-бургер. Иди сюда, пробуй его. Зай, облизывай. Вкусный соус. Нормально. С лица попробуй. Короче, извините за такую отвратительную распаковку. Да, теперь так я и буду распаковывать. Этот соус-бургер по вкусу как просто в чизбургере. Вот эти вот соусы смешаны вместе с луком. И, короче, это очень вкусно, реально вкус чизбургера. Так, это секретная информация с днем рождения для Андрея. Но циферки я ему потом куплю, так чтобы он не видел. Потому что я потом покажу, какие я планирую купить. Так, мы взяли два освежителя. Освежителя для воздуха, который вот это мы ставим в нашу баночку. Ну, не баночку, а пшикалку Glade, и она пшикает. Я думаю, что мы какое-то время используем эту, потом опять эту, потом эту и будем менять, для того, чтобы она не приелась сразу. Да? Но первое, что я хочу, это океанский оазис поставить. Так. Средства гигиены, это не важно. Бритье для бритья. Ребят, ну вы поняли, это для бритья эти станки. Так, это для ванной. Для чистки ванной, там раковины и всякого такого. Я купила себе маску, которую сегодня сделаю. Американская горчица. Маслины черные и зеленые. Это оливки и это оливки. Короче, ну вы поняли. Не важно. Андрею взяли Head and Shoulders. Зай, давай, это ты должен эпично сказать. Я вырежу. Для Андрея мы взяли... Head and Shoulders! Да, это неожиданный крик был. Потому что Андрей выносит мне Head and Shoulders мозг, потому что он его очень хочет. А я знаю, что Head and Shoulders это говно. Вот, поэтому мы взяли для Андрея Head and Shoulders. Я пользуюсь другим. Кетчуп. Вот такая вот штуки, кубики, которые мы бросаем в туалет, а потом синяя вода, и плюс это вместо вот этой вот штуки, которая цепляется, и она вечно сливается, это неудобно, а эти штуки забрасываешь этот кубик в бачок, и это очень удобно. И его надолго хватает, где-то, наверное, месяца полтора, да? Также Андрею взяли вот такой вот гель для душа, который вкусно пахнет. О, спать! Не кричи! Зай, бейся об это на сверху. Так. Ну не кричи, правда. Еще дижонскую горчицу. Нет, мне не нравится, когда ты кричишь. Ты боишься? Нет, я не боюсь. Я крика никогда не боялась. А еще мы взяли семена льна
Да, семена льна, потому что я постоянно кунжут бросаю нам в салат, а с льном будет намного вкуснее. Тем более я обожаю лен. Это вообще вот просто кайф. Да, я это еще буду сейчас... Короче... Как попка. Растяжитель для обуви взяли. Не поняла. А ну-ка. Зай, открытая. Открытая попа и закрытая? Ну да, они... Ня. Иди, это тут секретная информация, зай. Обычно мы берем побольше мяса, но в этот раз мы что-то взяли маленький кусман. Мы обычно по 7 килограмм берем. А здесь 5? По 8, а здесь 5. Обычно оно такое длинное, и это более широкое, а мы берем такое длиннющее. А, также я взяла себе вот такой вот гель для душа с гранатом. Взяла нам... фольгу. А почему... Зай, это ты поменял? Ты такую взяла? Ну, я брала 3 этих. Да, и одну такую, я не понял, что такое одну. Блин, я случайно не заметила. Короче, 3 фольги. Ну, значит, это уйдет на видео, для видео. Вот. А, пищевую пленку. Одну секунду. Так вот. Это я сказала. Пакеты для мусора 2 штуки. И... муж бы мог помочь! Ну вот, мы взяли большую упаковку. Сидит, блин, как козел там, ржет просто. А мог бы мне помочь? Все, вот это вот наш список покупок. Ну тут, конечно, ладно. Ребят, мы не бухаем, но это на день рождения у нас будет большая компания, поэтому мы взяли 3 бутылки зубровки. Вот, это все. Вот такой вот у нас списочек покупок. И мы сейчас будем делать дела некоторые. Все. И раскладывать это все. Ну что, ребята, вот так вот выглядит наш ужин. Поэтому мы будем кушать. Мы очень-очень голодные после магазина, да? Андрей уже помылся. Чем ты помылся? Head and Shoulders. Head and Shoulders. И уже у него очень нежные волосы. Сразу перхоти нет. Но у него и не было перхоти. Но просто перхоть вообще ушла и сказала, что больше ее даже... У меня вообще никогда перхоти не было. Была. А, ну может была, но у меня была. И... была. Когда мы только начинали с тобой встречаться, я помню, что у тебя была перхоть. Но сейчас у меня давно... Поэтому я поехала и заставила тебя купить шампунь другую на ту баняку. И вылечила тебя от перхоти. Короче, все, у меня уже аж слюнки текут, я глотаю слюнки. Не будем пробую. Смотреть пацан... Ну подожди, будем смотреть пацанку-понянку и кушать. Все, всем приятного аппетита. Ну включай дальше. Кто не обращает внимания. Блэквуд, нет? Оскар? Тебе просто нравится закидывать лапку. Он такой милашка. Ты еще пухни. Чи, ты здоров. Все, она отдыхает. Она нападает. Покажи хвостик. Нет, там свой тоже покажи. Я там 2 хвостика покажу. Какой ты милый. Божечка моя. Ты моя радость. Он сегодня со мной. Короче, я тут это, когда убирала, он все время со мной был. Потом я здесь гладила, он тоже сидел со мной, наблюдал. Я готовила кушать, он со мной сидел. Я валюхалась, он со мной валюхался. Короче, мы сидим с ним целый день, миссия он показывает этому котя.
маска. Я вышу камеру чуть-чуть. Ногтики, ногтики. Маска, я же тебя обрезала ногтики. Ему мало. Зайчик, Маска, ты там уже мяско. Все, так, ребята, все. Моя жена тут стоит рядом со мной. И она хочет с вами попрощаться. Пока-пока! Всем пока-пока! Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на оригинальный инстаграм-аккаунт Head & Shoulders. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ай, промазал, сейчас еще раз.